В межвузовском национальном чемпионате по стандартам WorldSkills Якутию будут представлять 4 студента. Сегодня состоялось открытие вузовского отборочного чемпионата, где по предварительному отбору прошли 43 студента. Они и будут оспаривать звание лучшего в компетенции разработка веб-дизайна, туризм, инженерный дизайн, программное решение для бизнеса, и вне конкурса представлено ювелирное дело. Якутия к движению WorldSkills присоединилась в 2013 году. В Якутске пятый раз проходил межрегиональный чемпионат и один раз финал Дальнего Востока. Сегодня в Абу-Даби в чемпионате мира принимают участие Степан Кириллин в компетенции «Кондитерское дело». Отметим, что во время открытия чемпионата было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным координационным центром WorldSkills и университетом. Прошли самые лучшие, внутри факультетов, институтов проходился отбор. И сегодня 43 участника представляют структурные подразделения Северо-Восточного федерального университета, которые достойно должны представить университет 29-30 ноября на финале Московского межвузовского чемпионата. Ребята серьезно подготовились, организаторы, компатриоты, которые занимаются студентами, провели очень большую работу.